Здравствуйте! Мы находимся на территории Великого Дуба, так именуемого. Сделали вот такой мостик, подъезд хороший, рядом асфальтированная дорога. Давайте ближе подойдем к этому дубу и замерим в окружность его, сколько он по окружности занимает. Мы втроем его обнимали, в хате только-только зацеп был руками. Великий дуб – памятник живой природы, который расположен на территории Хоперского государственного природного заповедника вблизи села Алферовка. Возраст 151 год. Высота 31 метр, обхват 479 сантиметров. Апрель 2017 года. Тут написано обхват уже 479 сантиметров. Давайте сделаем замер обхвата этого дуба. Вот видим 480 сантиметров на высоте около 1,30–1,40 м от земли. Вот 480 сантиметров. На этой высоте. Ниже он еще, конечно, больше обхват. Вот, видимо, заметка где делали. Вот такой дуб большой. 151 год ему. Этому дубу. Давайте посмотрим крону этого дуба, какая она. Вот смотрим, какая крона. Обширный, раскидистый дуб такой. Сухие ветки, которые здесь были, обрезали. Остались только, которые живые. Этот дуб расположен вблизи асфальтированной дороги, которая идет в село Алферовка. Каждый желающий может посетить это очаровательное место. Можно здесь и отдохнуть, природа. Вот и все. Такой небольшой видеообзор по этой местности, где растет этот величественный дуб, которому более 150 лет.